Торги криптовалютой планирует запустить Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков. На данном этапе банк изучает риски хранения цифровых активов, разрабатывает механизмы усовершенствования безопасности и укомплектовывает команду для разработок. Запуск же проекта планируется на середину 2018 года. Если Goldman Sachs доведет начинание до конца, то станет первой американской компанией, работающей напрямую с криптовалютами.